Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о веселой настольной игре «Эки-Воки», действие которой разворачивается в прям-таки сумасшедшем доме. Задача игрока – провести свою фишку от дверей дома до чердака, быстрее, чем это сделают соперники. Оптимальное количество игроков – 3-4 человека. Если игроков больше, то лучше играть командами. Первый игрок бросает кубик. Выпавшее число показывает, какое слово на карточке нужно объяснить и каким способом. Если на кубике выпало один, слово или выражение нужно объяснить любыми словами, кроме тех, которые содержатся в задании. Если на кубике выпало два, игрок произносит заданное слово наоборот, а соперники пытаются его восстановить и произнести правильно. Число 3 указывает на то, что слово нужно объяснить с помощью рисунка. 4 на кубике означает объяснение слова при помощи жестов. Если же кубик показывает число 5, то для того, чтобы отгадать слово, соперники задают вопросы игроку, а тот, в свою очередь, может отвечать только «да» или «нет». Перед началом игры также следует выбрать, какого цвета задания будут выполняться. На выполнение заданий, как правило, отводится 1 минута, отсчет которой ведется песочными часами, идущими в комплекте с игрой. Если один из соперников отгадывает слово, то фишки объяснявшего и отгадавшего продвигаются вперед на такое количество клеток, которое указывает кубик. Если на кубике выпало 6, игрок берет карточку из колоды Эки-Воки. На каждой карточке указано, что именно нужно объяснять, каким способом, за какое время и на сколько клеток продвигается фишка в случае успеха. В картах Эки-Воках могут встретиться задания, в которых нужно что-либо спеть или изобразить с помощью пластилина, который также идет в комплекте. Все задания в игре разбиты на 8 категорий: культ просвет, все, что связано с культурой от классики до современных субкультур, вести из прошлого, люди, события, предметы из прошлого, верю-не верю, верования, религии, сказки, мифы, городские легенды, суеверия и тому подобное, красота и здоровье, здоровый образ жизни, красота и все, что связано с человеческим телом, конкретно, конкретные предметы и вещи из повседневной жизни, а также мать природа, кушать подано и школа, названия которых говорят сами за себя. По пути на чердак игрокам могут встретиться особенные клетки, которые, однако, действуют только во время командной игры. Аукцион означает, что слово отгадывает не только команда игрока, а все команды. Вперед двинется та команда, которая первой назовет правильный ответ. Вредина. Если команда, чья фишка находится на этой клетке, успешно справляется с заданием, то она продвигается вперед, а фишки других команд на 1 клетку назад. Карма. Если команда успешно выполняет задание, то она продвигается вперед на то число, которое выпало на кубике, если нет, на то же число назад. Энтропия позволяет взять карточку из любой колоды и выбрать любое задание. Эки-воки – это когда прямо не скажешь, а надо. Приходится выкручиваться, объяснять жестами, говорить намеками, шевелить бровями, подмигивать и кивать. Сначала ничего не понятно, потом смешно, а потом все превращается в настоящий праздник.